Так, ну что, давайте знакомиться. Повыше. Значит, нашу девочку зовут Маша. Маша. Ну, сейчас. Повыше. Сразу это стесняюсь. Повыше, это вот так. Ну, нет, что лицо было. Да я знаю. Так, Елена Александровна Савельевич, кандидат наук, будущий академик, причем практически особый человек, потому что умудрится. В институте, как он раньше назывался? Лесных технологий. Вырастить абрикосы и защитить диссертацию. Это наглость несусветная. Это я говорю на камеру. Этого не может быть никогда. Красноярская эта дама. Случилось же. Да. Кстати, вот, смотри наших с тобой. Вижу. Вот они. Ну ведь можем же. Ну. Могем. А почему ты вопрос задал? Смотри, в ямке. Так, ага. У нас сегодня, нет, сегодня 23-е. А вчера 22-го приехали с Барнаула, не лень было. И почти два десятка купили вот таких абрикосов. В том числе один был вот такой вот. Сергей отрезал вот тут. Это все-таки учебный же фильм, правильно? Сергей отрезал вот тут. Остальное вместе с... Где же эти? Горшки, да. 7-литровые. Вместе с горшками умудрились погрузить машину. 16 или 18. Прекрасно. Затолкали. Ну хорошо, сильная обрезка. Я походу обещал. Обрезка не ради того, чтобы затолкать машину, а для лучшей приживальности. Даже наличие самого горшка и выращивания в закрытой корневой системе не гарантирует, что вот эта дубина нормально вырастет. Конечно. Нет. Все равно верхняя часть будет страдать, начинать отсыхать. Лучше сразу отрезать. Нижняя часть прекрасно приживется. Угу. Так, пошли дальше. Эх, чуть бы раньше мы бы людей визуально угостили бы. Виртуально. Знаешь, чем? Фаина? Да, Фаина. Вот она. Позавчера этого самого Сашку пятилетнего, последнего абрикосик нашли. Все, поздно. Вот. Ну все. Ну да. Нет, а теперь вопрос серьезный. Как заиметь вот такой питомник? Итак, вот это все. Вот этот вот ряд абрикосов был выращен из косточек, посаженных глубокой осенью. Раз. Но это все-таки страх и риск, согласна? Ну, вот да. Хорошо, мы тут все вокруг, эти самые, это учеба. Вот это учеба, сейчас по порядку. Раз посадили осенью, значит, мы должны были защитить от мышей. От мышей, да. Мы купили, наверное, килограмм 10 отравы, порасовали по десяткам бутылок, раскидали бутылки, где-то тут до сих пор. Ага, короче говоря, не тронули ни одно зернышко. Ну, это год умные такой. Какие? Не, не умные, просто их не было тут. Это они размножаются раз в несколько лет, взрывное размножение. Не дай-то бог, тут бы, знаешь, что было бы? Здесь в такой год попадешь, здесь было бы кладбище саженцев. Посмотри на это чудо. Да, все. Это уникальный, единственный в сороде сад. Знаете почему? Вчера я хвастаюсь так, между нами девочками. Значит, слышишь, ты тоже слушай, пригодится когда-нибудь. Значит, Сергей копает им саженцы. Так, с женой. Я, чтобы занять время, рассказываю, угощаю. Тут же выяснилось, что им сувенир Востока подавай. Ага. Это благодаря мне. Раз. Вот, подвел к дереву. Попробовали несколько сортов груш. Так. Еще и груши. А как же. И я им еще это... Ведерко груш. А, ты на груш показываешь. Я им ведерко груш, а они у меня купили книгу. Я считаю, это сделка замечательная, да? Ну да. Вот. Вот здесь, а ну-ка поднимите вон ту грушу. Я про эту грушу ничего сказать не могу. Первый урожай, ребята. Вон, внизу. А это факт, то, что это действительно... Вот она, так? Она испортилась. Да бог с ней использовать. Самое главное, мы что узнали? Мы узнали, что она летняя, раз. Угу. Так. Теперь.
она уже пробуйте, подошла. Пробуйте. Хороший. И этот уже, о, так, я хочу, чтобы вы сегодня наелись так. Идет? Ну что, ищем бирку. Это с первого рожа, я понятия не имею, что за сорт. Вон еще игрушка. Ладно, Сергею оставим, его работа. Ну, где тут это? Бирку, бирку, это очень важно. Мы так любим. А вон еще одна. А вот еще одна. Так, а вот еще две. А бирка-то какая? Посмотри еще. Еще упали, красавцы. Вот. Ага, о, хорошая. Хорошая. Так, я бирку ищу. Это очень важно. Сергея-то сегодня нет, мы же по очереди тут дежурим. Так. Он еще ждет покупателей таких же. Не вижу. Но это точно не из тех, которые я знаю. На них хоть не... Да, она такая мясистая. Хорошая. Давай на нее еще глянем. Ну что? Хорошая. Бирки не вижу. Я ее потом увижу, когда с листа упадет. Ну-ка, давай похвастаемся. Вот. Так, дай это. Даже жалко. Заберете с собой. А да. Я стоя попробую. Можно? Так, полюбовались? Обидно, что не узнали название. Первый. Пусть все ждут, пока я съем. Так. Пойдем, покажу для нас новый сортябрь. Кадиль белоснежный. Вот этот? Да. В принципе, мы пришли питомником любоваться. А это будущее, как бы сказать. Это будущий маточный сад. Он будет вытеснять. Так, и наконец, что я вижу? Персик. Привитый. Ну-ка, еще тут есть персики? Вкусное яблоко тоже. Вкусное? Угу. Ладно, верю. Так, дальше. Давайте все-таки про питомник. Вопрос был, привитые или нет. Вот они, привитые. Вот эти все привитые, я вижу. Да, они резко отличаются. Хороши. Болезни. Вы знаете, Елена Александровна, ты знаешь, как продают, люди получают в посылках. Или мертвые, или на те больные саженцы, что кроме костра их никуда нельзя больше. А, давай ищем болезни. Ищем. Вот. Ну, когда вьюнок. Ну, это другая тема. Это другая тема. Вот. И, наконец, вот здесь вот. Вот здесь вот. Это все были стратифицированы. Выросли после... двухмесячной сертификации. Так. А то я грядку показывал. Это, ну, посадка в зиму. Да. Это называется две корзины с яйцами. Ну, понятно, да? Повезло, и там зашли, и тут зашли. Так. Ну, где мы еще не были? Мы тут часто бываем. Пойдем дальше. Персики. Вообще, знаешь, я удивляюсь, я понять не могу. Абрикосов, конечно, не продать за сезон. Вот еще персик. Персиков мало. Я бы персики бы назначил цену примерно. Например, ну, 1005 за такой саженец. Вот за такой. Ага. Вот он. Вот. Вот он, красавец, да? А там хотите берите, хотите нет. Вырастет несколько десятков. Это называется что, серьезно? Видите, как я его не жалею. Вот смотрите на это, красавцы. Ага. 2 года, да? Ну, скорее всего, 3. Может, просто плохо росло. Да, где-то 3 года. Так. Ну и что ты думаешь? Отсталый от жизни, Елена Александровна?
Хрен его знает. А вон же бирка да. висит внизу. Да где я не вижу? Вот она. Я ее ищу. Вот она. Давай, вот показывай. Она. А, вот это, профиль не видел, да? А, розмарин? Розмарин. И ну, еще же он... написано другое слово. Не могу разобрать. Ну. Да что это такое? Да дело в том, что мой розмарин не похож на этот розмарин. Знаешь, когда два селекционера это, в одной берлоге. Сейчас розмарин. Семеноиды. А при чем тут семенной? Так, короче, я сдаюсь, Сергея нет. Но полюбуйтесь на это. Часто вы видите, друзья, такие яблоки. Вот такие вот. Так, ладно, пойдем из это самое мои козырные пробовать. Так. Так и так. Мне нужно на всякий случай вам показывать всегда бирку. Почему? Чтобы меня ни в чем не подозревали. Смотри, Квинти. Ой, да, Квинти, ну, все видят. Квинти, так. Родина то ли где Голландия попала в Канаду, то ли в Канаду попала в Голландию, потом на Украину, потом ко мне. И сходу. Прекрасно. Да прекрасно, в этом году яблоки мелкие, мне стыдно показывать. Я помню, когда Павел Николаевич приезжал, мы с ним квинти пробовали. Это было очень вкусно. Ты вот сейчас от него подняла вот это яблоко? Да, вот подняла. А, ну эти еще терпимые. А то на дереве еще имеется. Давай покажем людям. Итак, квинти. Посмотрели. Ну давай еще мелбу знаменитую. Ну это самая интересная, да, вот она. Что, вторая родина. Вот просьба поднять. Тут уже на дереве не осталось. Вон они лежат. Ну, хотя бы для общего впечатления. Вторая родина с Канады. Там, нет, там крупнее, да. Ага. Здорово. Вторая родина с Канады. Покрупнее, ага. Да, тут написано мелба. Так написано, это есть мелба. И самое обидное, сейчас покажу, страшное. Вот она. Они чем-то похожи, и в то же время я-то их различаю. Вот. Я-то их различаю, да? Вот. Красавцы. Ну ладно, так. Это более такое приплюснутое, а это округлой формы. Да, вот уже различаем. Самое страшное, что мы вынуждены калечить дерево. Смотри внимательно. На черенки я вижу, что вот эта вся часть усохла, где черенки были срезаны. Да, да, вот они. Раз, вот они. Два, три, везде, четыре. Где красные пятнышки, это все синее. Да. Вот. И в результате мы теряем... Такие деревья уникальные. Если бы я не резал на черенки, вот. А у нас мало. Слышал все-таки. Что, ну-ка. Она говорит, давайте еще возьмем. Он так, говорит, а у нас мало. Кто говорит? Вы. Да я не это говорил, мало, я не слышал вас. Ладно. Я говорил, что у нас мало места, мы из-за этого калечим. Так, идем еще вот это. Здесь пройдем. Пройдем. В общем, если не калечу деревья, то почему-то именно нас, то есть меня и моего сына, не достала эта эпидемия дичайшая. Ты же в курсе, что творилось? Сотни тысяч мертвых деревьев одномоментно. Вот это была эпидемия. Подарок от Средней Азии. Теперь пойдем сюда. Вот это почему такие маленькие? А почему они должны быть большие? Мы ни разу не поливаем. Это, как сказать, это задел на будущее. Это подвойное. Это задел на следующий год. Ага. Мы посадили с запасом, и все. А теперь идем сюда. Вот она. Это будущее Сибири. Знаешь почему? А потому что это есть такое выражение. Хорошо, да, хорошо забытое старое. Да. Вот с этого мы начинали. Вот с этого, с этой красоты. Мы начинали, вот они. Как, мало их, немного? Хорошо. Так самое интересное, что мы не успеваем собирать их. Вот.
Да вы потом специально приведу грабки. Вот. Еще покажу одну страшную вещь. Я говорю, я никогда не то, что только о хорошем. Вот. Итак, Аленушка, будущее почему? Потому что все крупноплодные, Абакан, Минусинск, Шушенская, Саногорск уничтожены. Первая эпидемия, а добивали их обрезками люди. То есть так они все-таки долго еще болели, но жили, давали урожаи. А так как их резали, пойдем покажу как. Вот мой будущий покойник, гляди. Знаменитый сорт Слава Мичуринская, гляди сюда. После той красоты, что я показал, это ложка дегтя. Ну да, вот шикарные она. Яблони лежат до февраля, до марта. Вкуснейшие. Внимание. Черенки берем. Смотри. Берем. Черенки берем. Да. И что мы имеем? Мы имеем умирающее дерево. Вот еще странно, что эта ветка обрезана. Смотри. Еще жива. А эта ветка уже умерла. Вот да. Еще раз. Маточные деревья долго не живут. Вот, я вначале плюнул, потому что как, расскажешь, что это, из-за нищеты обрезал все эти персики, и 2005-2006 год, 40-градусная зима, они замерзли. Хорошо, у меня заначка была в погребе, ветки. А сколько визгу было, наконец-то уже лизовосад погиб. Вот злые люди. Прошло 3 года. И по новой персике приезжали, снимали несколько каналов телевидения, в том числе Красноярске, вот, два вот канала. Злые. Утерлись, надеюсь. А знаешь, как обидно людям? Что у какого-то железа растет, а у нас нет, да? Вот именно, не у какого-то, у металлурга. Что-то я разговаривался. Так, да это вам не обида говорит. Приятно было слышать. Ну, понятное дело, никому не приятно. Главное, эта новость была такая радостная. А, наконец-то, да? Ага, а через 3 года на эти же персики телевидение приезжало снимать. Так, ну ладно, наконец еще шелковый, ой, давай так. А, орех? Орех. Это не этот самый, не фундук, это лещина. Лещина. Вот. Маша, иди посмотри, как на эти дерево как растет, и уже орех. Все заканчивает, оно уже старое. Так, вот. У нас не было места, Сергей продал 20-30 саженцев, себе ни одного. Поверишь? Смотри. Вот он. Вот он, настоящий смотри. Фундук, вот он. Смотри. Орешки более-менее, сейчас я вам покажу. Вот уже упавшие, смотри. Орешки более-менее, сейчас будем разбираться. Вот. Вон, а эти недозрелые, раз не отделяются, недозрелые. Нет, нет. То, что упало, это брак. Вот они еще. А вот у меня оторвалось одно случайно. А, оторвалось. Они должны упасть. Я не специально его срывала. Вон, слушай, нормальный орех. Ну, конечно. Я всегда, знаешь, да, я его. Я всегда говорю. Или фундук, вон там у меня растет дерево фундук, умирает. 10 лет ждал урожая. Не дождался, да? Что лучше, иметь лещину, конечно. Два орешка вместо одного фундука, когда фундук у меня в Сибири замерзает. Ну да. Вот. А лещина вот она. Ну распаковать его молотком. Видите, мы не еще... надо, не надо зубами. Видите, что зубы. Я в детстве зубы попортил. Мы же эти орехи ели тысячами. Вот, в лесу на Украине. Лень было разбивать моих зубами. Так, ну что. Давай заканчивать, у нас уже. А, пошла последняя минута. Ну, 19:05. Человек никогда не видел, что орехи растут на деревьях. Ничего. Так, у меня уже несколько детей садоводов есть. Отдаешь? Учебу отдаешь? Нет, ей очень нравится. Она с удовольствием все смотрит. Говорит, хорошо, что я с вами пошла, а не осталась там сидеть. Ага, молодец. Да, она у нас. Рви. Это девочка, кстати, у которой тоже огромное биополе. Это вот та самая девочка. А я проверю. А сейчас проверим. Проверим. Я к ней приехала в гости, она мне сказала, я тебя так давно ждала. Наконец-то. Да? Наконец-то. Понятно. А экстрасенсы другое чувствуют? А? Если она экстрасенс, то это... Она почти экстрасенс. Самое главное вырастить ее доброй. Она хорошая. Злые экстрасенсы — это беда.
Понятно. Да. Ну что, дочка? Пойдем. Как таких я?